Всем привет, дамы и господа, это ЦСКА Баскет Шоу, уникальный выпуск, беспрецедентный, такого еще не было. Студия дома, я нахожусь дома и гости ЦСКА Баскет Шоу находятся дома. Президент профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. Здравствуйте, господа, добрый день. Добрый день, Евгений, добрый день, зрители, болельщики и все, кто сейчас в это время не забывает про баскетбол. В конце сезона общую командную фотографию, где у всех длинные вот такие вот волосы, у Андрея Владимировича челка, у Димитриса Итудиса обросшая такая голова. Ведь не работают парикмахерские. Я рад, что мы нашу баскетбольную передачу начинаем с таких очень бытовых вопросов, но они приобрели неожиданную важность. Мне даже вот дочка вчера сказала, что папа, ты очень сильно оброс, и тебе надо подстричься. И действительно, для меня уже волос на голове очень много, и, наверное, дело дойдет до самостоятельной стрижки машинкой, потому что я всегда сторонник более коротких стрижек. Привет всем, привет, Валерий. Regarding the haircut, I said to Natasha that I'm gonna go and visit the hairdresser before they're gonna close. So I kind of predict the situation, and I was lucky that almost, I don't know, like 10 days ago, I visited the hairdresser, so I made my haircut. Now, if we're gonna remain longer and longer at the apartment, then my daughter or my wife, they gotta, you know, start cutting the hair. Стараюсь тренироваться почти каждый день. Благо, такая возможность на даче есть. У меня там есть свой спортивный зал. Мы посещаем его ежедневно, поэтому, наверное, нахожусь в формате такого подготовки к сезону, да, кемпа перед началом сезона. Очень хочется, чтобы этот сезон наступил пораньше, но вот, видите, немножко упражняется. Да. Так что кроссфит, был тут день кроссфита. Сегодня тоже обязательно пойду после нашего эфира. Но, в общем, как бы я, как и все игроки, и тренеры, и Димитрис, я знаю, все стараются держать себя в форме. Listen, guys, I mean, watching now Andrei, he's going to be more prepared than players, for sure. He got a very good team. He's working hard. You know, he's going to be prepared, for sure. Kostas Hatzichristos gave already a program to myself and also, of course, to all the players. And he is monitoring each and everyone, how they work. Ходят слухи, что в Москве будут сыграны все матчи окончания сезона Евролиги. Андрей Владимирович? Понятно, что сейчас есть некий дефицит информации, есть некий вакуум информации, и поэтому любая глупость, она мгновенно тиражируется, обрастает подробностями. И применительно вот к этой идее про Москву, это просто был неточный перевод слов одного из руководителей Евролиги, и ничего более. Поэтому к этой информации относиться всерьез совершенно не стоит. Понятно, что все мы до сих пор еще надеемся, что чемпионат Евролиги в том или ином виде или формате возобновится. Я не думаю, что какие-то решения будут приняты раньше конца апреля, начала мая. И вообще мне представляется, что продолжение или не продолжение сезона Национальной баскетбольной ассоциации достаточно тесно связано с тем, продолжится или нет Евролиги. Тренер спрашивает, как состояние Уилла Клайберна прямо сейчас и возможно ли, что он вернется в строй уже, когда сезон Евролиги продолжится? That's a great question, because actually the whole this process and the fact that Will had to go back to United States it kind of I don't know how to phrase it, but it kind of cut the connection we had daily basis, the physiotherapists, the doctors, and of course the trainer with him on his rehabilitation. In general, his rehabilitation is going great. Will, as you both know, he did actually two operations on his knee and on his ankle, but both they went well, and we were monitoring him until the day he left. He is in daily basis with in contact with Kostas and the whole medical staff. But when this quarantine will finish, we expect him to come back to Russia, or somebody else will visit him to see how he's going on, because this is the process
of a player that he has to be very, very careful what exercises he's doing, on what capacity, on what kind of intensity. But because Will is very professional and we believe that and we see what he's doing every day, we expect him to come stronger on the next season. Егор спрашивает: тренер, а кому из игроков труднее всего? Может, кто-то звонит каждый день и говорит: тренер, я прямо уже не могу, хочу на паркет. Interesting. Tomorrow we had organized a conference call with players, so I'm gonna ask them that tomorrow. But regarding now today, let's say because I already communicate with the players two times with each and everyone, with the messages they send me. Joel Bolomboy was very, you know, like anxious on coach. I bought a treadmill, I bought a bike. When do you think that we're going to come back in action? So I would say Joel. Своих соперников теперь уже, то есть бывших игроков ЦСКА, мы перед матчем награждали матрешками, такими памятными матрешками в честь того, что они выиграли с нами, я так понимаю, Евролигу. Вообще, что это за история про матрешки? Андрей Владимирович, расскажите, вы вручали Кури Хиггинсу, Родригесу и так далее. До этого мы вручали матрешки, если не ошибаюсь, и Телопу Кулукасу, и Туркану в Стамбуле перед игрой с Фенером, когда он еще работал в Фенере, если не ошибаюсь, я вручал эту матрешку. Ну, это такое, наверное, сочетание, что ли, современное сочетание некой русской традиции с тем, что ну, долгие годы есть ЦСКА. Мы стараемся не забывать игроков, тренеров, с которыми работали вместе, да, тренировались. И это такая, наверное, небольшая толика благодарности тем ребятам, которые выиграли с командой Евролигу. Я, как и все болельщики, и партнеры по команде были очень рады видеть и Чачо, и Кори, когда они приезжали в Москву. И, в принципе, такая матрешка должна была быть вручена Отелло Хантеру. Вот, но за неделю до игры с Макаби сезон был приостановлен, поэтому придется дождаться, наверное, другого удобного случая, чтобы вручить Отелло эту матрешку. Кстати, вчера это я был и сегодня уже приятно удивлен подкастом Кайла Хайца. Для его гостя был Отелло. Вы во время ваших матчей, вы президент и тренер, напротив друг друга сидите, тренер на тренерском мостике, Андрей Владимирович на VIP-местах, да, у корта. И многие, я слышал, говорят, что смотрят не столько иногда за игрой, сколько за вашими эмоциями. Вы часто пересекаетесь взглядом во время игр? Я могу ответить за себя. Я счастлив, что работаю в сфере как спорт, как баскетбол. Ты эмоции и отдаешь, и получаешь. Ты заряжаешься энергетикой, и каждый играет такой вызов. Но у нас с Димитрисом дружеские, но в то же время профессиональные отношения, и совершенно нет никакой нужды Димитрису смотреть во время игр на меня, искать в моих глазах какое-то одобрение. И равно как я стараюсь смотреть больше за действиями команды в целом, отдельных игроков, в Димитрисе я уверен на 100%, что он всегда делает все возможное, чтобы команда выиграла. Поэтому во время матчей нет времени на переглядывание, на какие-то знаки друг другу. Каждый занимается своим делом. Я хлопаю в ладоши, Димитрис выигрывает матч. First of all, I'm so concentrated in the game, and believe me, in the game, and when the game starts, I watch 10 players, sometimes also the 3 referees. But okay, mostly 10 players and the ball. And the players are the bench and the coaches. But I see Andre and of course the management over there and Norlis Nickel people that they celebrate, and this fulfill my task. This, you know, we want to make them proud. That's the ultimate goal, to make proud the fans, to make proud the owners. And this is a process that it's not going to be done through the night. If we're going to look back, we will see people that they were growing up inside of CSKA, under CSKA umbrella, and they became European champions, they became VTB champions, they became MVPs or scorers or this and that. So that's important, to grow up all together, and we're this kind of people. And for me and Andrei, we have time. We look in
each other in the eyes, and many times in his office, in my office, wherever we go, and we have always honest conversation. That conversation we have, it has one benefit. And the benefit is CSKA always, the progress of CSKA. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что смотрели этот эфир, огромное количество комментариев, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, еще будут эфиры, и будут они теперь почаще. Мы опробовали вот такую замечательную технологию. Димитрис, thank you very much. Андрей Владимирович, всего хорошего. До связи. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да. До связи. Будьте здоровы. Стой, стой, стой. Спасибо, Андрей.